Красота и здоровье. 5 правил сохранения красоты и здоровья ваших волос. Как известно, здоровье начинается изнутри. Это касается наших волос. Полноценное питание, отсутствие вредных привычек – основа красоты. Однако нередко внешние факторы оказываются настолько сильными, что волосы тускнеют и секутся. Чтобы уменьшить губительное воздействие нашей среды, придерживайтесь простых правил по уходу за волосами. Первое. Мойте гуло так часто, как это требует тип ваших волос. Это избавит кожу головы от ороговевших клеток и излишков кожного сала, тем самым позволяя коже и волосам свободно дышать. Второе. Не переохлаждайте и не нагревайте голову. На улице ветер и холод. Не забудьте надеть шапку. Также берегите волосы от солнечных лучей с помощью легкого платка или соломенной шляпки. Третье. Используйте только качественные продукты по уходу за волосами. Шампунь должен быть максимально деликатным и щадящим, с нейтральным уровнем pH, с натуральными растительными ингредиентами без красителей. Четвертое. Нельзя мыть волосы горячей водой. Лучше использовать слегка теплую воду. В конце хорошо ополоснуть волосы прохладной водой. Это пригладит внутренние чешуйки волос и придаст волосам здоровый блеск. Пятое. После мытья волос шампунем нужно обязательно использовать бальзам или кондиционер, чтобы защитить волосы от пересушивания. Интенсивные, питательные и восстанавливающие маски необходимо использовать несколько раз в неделю. Используйте эти 5 правил сохранения красоты и здоровья ваших волос. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.